Так, так, так. Кто это тут у нас? Судя по всему, тот самый человек, который любит покупать книги, а потом их не читать и складировать на полках. Ну, тогда ты точно попал по адресу. И да, это книжные покупки января. Конечно, здесь есть не только покупки, здесь есть и подарки, а также книги от издательства Альпина. И всю эту красоту мы будем смотреть вместе с тобой прямо сейчас. Бери что-нибудь попить, бери что-нибудь вкусненькое покушать и приятного просмотра. В начале ролика не забудь поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы следующее видео точно не пропустить. А также не забывай про то, что у меня есть телеграм-канал, который называется ⁇ Книги говорят ⁇ ссылочка на который есть в описании ролика. Давайте смотреть на новые книги. И начну с книги, которую я уже прочитал. Это произведение Кира Буучева под названием ⁇ Поселок ⁇ Книга оказалась невероятно классной, ее вы мне сами советовали, я по вашим рекомендациям ее прочитал и впечатление от этой книги остались самые приятные. Это история о том, как люди оказались на чужой планете по... Ну, некоему стечению обстоятельств. Они там основали свой поселок, они в этом поселке живут, они этот поселок пытаются развивать, но все-таки в их душах теплится надежда на то, что рано или поздно они вернутся на Землю, что за ними прилетят, что их найдут, что их спасут. Спасут ли их? Вот это главный вопрос, который стоит перед читателем этой книги, но узнаете вы ответ на него только, если прочитаете эту книгу. Я нереально доволен прочтением этой книги. Эта книга, кстати, входила в книжные планы на этот год. И, наверное, эта книга, ну, возможно, будет одной из лучших в этом году. Конечно, сейчас очень рано загадывать, потому что даже книги, которые лежат у меня рядом, новые книги, тоже могут войти в лучшие книги года но эти книги я тоже уже готов вам показать. И первая книга от издательства Alpina Publisher, которую я вам сегодня покажу, это произведение, ну, это, конечно, больше такой нон-фикшн, наверное, можно сказать. Это работа коллектива из трех авторов под названием «Сам или помогли» как криминалисты раскрыли 50 идеальных убийств. Не знал я, что я хочу почитать, но почему-то, когда увидел эту книгу, я понял, что, блин, вот хочу сейчас вот это читать. И, кстати, да, наверное, я уже эту книгу, возможно, прочитаю, когда выйдет этот ролик, потому что я собираюсь прям начать уже, наверное, сегодня даже ее читать. Так что, если что, в Телеграме найдете у меня отзыв на эту книгу, ну и какие-то мои эмоции по ходу чтения. В этой книге нас ждет пошаговое изучение 50 идеальных преступлений широко освещавшихся в мировой прессе и раскрытых исключительно благодаря опыту, мастерству и таланту криминалистов. Эта тема на самом деле мне очень интересна, причем я надеюсь, что здесь не будет каких-то прям жестоких подробностей, да, но потому как оформлена книга внутри, потому как она выглядит, подержав эту книгу в руках, я бы не смог ее уже не купить. Видите вы иллюстрации внутри, видите вы оформление внутри. Я думаю, что мои слова уже точно подтвердились. Я почему-то уверен на 100%, что это очень интересная книга. И, как я уже сказал, желание прочитать эту книгу у меня просто огромное. Если же вы знаете книги, которые похожи на вот это, то обязательно напишите в комментариях, потому что мне кажется, что я готов погрузиться в чтение таких книг, ну, больше как для, наверное, расширения своего кругозора. Сейчас знаете, как, наверное, будет. Сейчас я прочитаю эту книгу, и потом просто начну скупать книги на похожую тематику, начну это все читать. Но, ну, кстати говоря, такое реально может быть, как бы почему нет? У меня так было с военной прозой, но это продолжается до сих пор. Ну и надо сказать, что эти книги я не только покупаю, но я еще их и читаю. Но каким-то чудесным образом получается так, что все-таки новых книг получается у меня на полках больше, чем прочитано. Я не знаю, как это работает. Я почти что вообще книг не покупаю, но вот вот так вот случается. Идем дальше. А далее у нас моя любимая серия «Эксклюзивная классика». И это произведение Евгения Петрова и Ильи Ильфа «12 стульев». Блин, почему это так вот странно выговаривать «Илья Ильф»? Это как будто бы пранк был какой-то. То есть, чтобы имя, фамилия были настолько похожи. По идее, да, могло быть и вообще наоборот. То есть, Илья могла быть фамилия, Ильф – имя. Ильф, наверное, есть такое. Ну, типа Альф, Ильф, вот что-то такое. Куда меня понесло опять? Я не знаю. Но вы уже привыкли, я думаю, к моим отступлениям, поэтому все нормально. Почему эта книга оказалась у меня? Большой вопрос. Я даже фильм не смотрел, честно говоря, хотя, насколько я знаю, он довольно популярный. О чем эта история, давайте узнаем с вами вместе из аннотации, потому что я ее уже не помню. Остап Бендер, великий комбинатор, стал персонажем нарицательным, и по всей России ему ставят памятники. История про то, как Бендер вместе со своим напарником Кисой Воробьяниновым пытаются найти бриллианты мадам Петуховой, спрятанные в одном из 12 стульев мебельного гарнитура, стало поистине народной классикой. Ну, вообще, мне кажется, что неспроста эта книга стоит на таком высоком уровне и так признана читателями, широким кругом читателей. Я думаю, что мне, конечно, по-любому должна понравиться эта история. Хотя, надо сказать, что книга-то довольно большая. А, ну, кстати, нет. 400 страниц это в целом не так уж и много. Как вы понимаете, я все-таки продолжаю читать отечественную литературу. И если бы год назад меня бы кто-то спросил, а будешь ли ты читать отечественную литературу, я бы точно сказал, что нет. Что происходит сейчас, я не знаю, но мне очень нравится погружаться в отечественную классику. Вот такая история кроется за этой книгой. А мы переходим к следующей. Кстати, если вы хотите послушать или почитать эту книгу на телефоне или планшете, то вы можете воспользоваться сервисом строки, все ссылочки я оставлю в описании. Следующую книгу, возможно, вы даже и не ожидали увидеть в моих руках, но это книга от коллеги на работе, которой я один раз случайно прорекламировал книгу «8 идеальных убийств» Питера Свонсона. Она ее прочитала, там было упоминание этой книги, и вот она приобрела мне эту книгу. Говорю я о книге Агаты Кристи «8 да, 8 идеальных убийств. Говорю я о книге Агаты Кристи «Убийство по алфавиту». Я, если что, снял суперобложку. Здесь вот была такая суперобложка, потому что она будет бликовать очень сильно, вот вы видите. Поэтому я ее сразу устранил. Но прикольно, что и за супером такая же обложка. То есть, по факту, да, супер, ну, просто для того, чтобы не портить качество. Если вспоминать по книге Питера Свонсона «8 идеальных убийств», то здесь речь должна идти об убийствах, которые связаны между собой никак. Ну ладно, почти никак. Насколько я помню, здесь должны быть убийства по городам. То есть там должно начинаться города на букву А, на Б, на С, ой, ну на Си, там на английском языке как бы. А, ну не совсем города. Значит, он планирует совершить убийство в местах, названия которых расположены в алфавитном порядке. Задача Пуаро – разгадать замыслы убийцы и не дать ему совершить задуманные 26 преступлений. 26, наверное, в английском языке как раз букв в алфавите. My English is so good. Держать такую книгу в руках одно удовольствие. Вот правда. Она и бумага здесь классная внутри, и оформление. Ну, все шикарно. Конечно, это будет достопримечательность в моей библиотеке. Собирать книги Агаты Кристи в этом издании вряд ли я буду. Хотя, кто его знает. Может быть, меня посетит какая-то мысль, какое-то желание, и этих книг появится еще больше. Ну и несмотря на то, что я примерно знаю, да, что тут происходит. Мне все равно интересно почитать, несмотря на то, что в книге Питера Свонсона были спойлеры к этой книге, как и к другим семи книгам, о которых там идет речь. Но меня это как-то не останавливает. Давайте сейчас барабанная дробь должна быть. И какая же книга у нас будет следующая? Конечно же, это Эрих Мария Ремарк. Я не знаю, это уже, по-моему, традиция, что книги Ремарка появляются в каждом ролике. Но с этим поделать я ничего не могу. Коллекция книг Ремарка у меня почти собрана уже до конца. Есть у меня некоторые книги, которые в других сериях, не в эксклюзивной классике. Я думаю, что все-таки, возможно, я разыграю эти книги, а себе докуплю уже в эксклюзивной классике. Все-таки хочу, чтобы вся коллекция Ремарка была вот в таком оформлении. Это история о том, как люди после четырех лет войны возвращаются домой и столкнутся с многими неприятностями, судя по всему. Исходя из прочитанных ранее книг Эриха Марии Ремарка, я примерно предполагаю, о чем здесь пойдет речь. Наверное, здесь будет говориться о том, как тяжело возвращаться, когда каждый день перед тобой стояла смерть, и как тяжело вернуться к нормальной жизни. Мне кажется, что это некое продолжение даже книги на Западном фронте без перемен, но если что, оговорюсь сразу, что это только мое предположение. Эта книга, кстати, еще выпускалась под названием «Возвращение». Возможно, это название как раз таки вы и слышали. Расхваливать Ремарка я могу только одним способом, это просто читать его книги. Мне кажется, это самая лучшая похвала для писателя. И с этой книгой я тоже хочу познакомиться, на самом деле, в самое ближайшее время. Да и плюс по объему она не такая уж и большая чуть больше 300 страниц. А мы переходим к следующей книге, и это будет книга от издательства Альпина Проза. Сейчас, наверное, будет одна из самых тактильно приятных книг ролика. Насколько я обожаю то, как в Альпине оформляют книги. Это настоящее искусство, вот правда. Блин, держать в руках... А, я вам не сказал, что за книга. Это книга Алексея Иванова «Сердце парма И эту книгу вы тоже, кстати, мне советовали. Я решил, что я обязан с ней ознакомиться, чтобы поделиться с вами своим мнением насколько я помню это исторический роман да чуть не упала вроде как исторический роман сейчас я вам подскажу если я здесь найду такую информацию ну, здесь события идут у нас в 15 веке, судя по всему. Но я думаю, что да, это исторический роман, вроде бы я ничего не путаю. Для меня, честно, знакомиться с такой книгой будет в новинку. Я ни одного похожего произведения вообще не читал. Но все-таки, увидя ваши отзывы на эту книгу, я подумал, что почему бы и нет? Почему бы не попробовать? И, возможно, эта книга мне понравится. Но я вообще-то заранее, если честно говоря, уже уверен, что она мне понравится. Также уверен, что эта книга будет читаться не совсем быстро, что я потрачу на нее приличное время, но я уверен, что это время будет потрачено с пользой. И автор следующей книги – это еще один представитель потерянного поколения. А говорю я о книге Эрнеста Хемингуэя. Фиеста. Также, кстати, вы мне советовали, но ну вот так получается, и это в принципе неплохо, что вы мне советуете книги, потом я их читаю и делюсь своим мнением, ну, я считаю, что это правда норм. Читал я у Хемингуэя только книгу «По ком звонит колокол». У меня остались спорные впечатления, потому что, ну, 50 на 50. То есть мне книга вроде бы и понравилась, но как будто чего-то не хватило. Единственное, что меня порадовало, это, конечно, схожесть слога с ремарком. Там реально очень похоже прям. То есть, когда я дочитаю все книги ремарка, я знаю, куда обращаться за похожими книгами. Ну и давайте ознакомимся с аннотацией. Фиеста – роман автобиографический. В основу его легли увлечения писателем Каридой, дружба с одним испанским Матадором, переживания, вызванные разрывом с женой. Почти все персонажи романа – друзья Хемингуэя. Атмосфера послевоенного Парижа, знаменитые литературные кафе, существующие по сей день, испанская корида, рыбалка, влюбленность в женщину и невозможность быть с ней, ревность, разочарование, попытка забыться алкоголем – все это описано в свойственном Хемингуэю телеграфном стиле, лаконичном и сдержанном. И тем не менее, читателей пленяет и завораживает эта история. И такая аннотация меня тоже уже, если честно, пленит и завораживает, и я хочу поскорее прочитать эту книгу. Если же вы уже с ней знакомы, то пишите о своих эмоциях от прочтения, но также не забудьте посоветовать и другие книги автора, потому что с Химингуэем я точно планирую плотно познакомиться. Сейчас у меня в руках еще одна книга от издательства Альпина Проза, и это очень тяжелая книга. Она реально огромная, но... Но хочу сказать, что это того стоит. Как вы думаете, что за книга? Есть у вас идеи? Но ну, я, кстати, говорю, что хочу почитать эту книгу. Ну ладно, раскрываю вам все карты. Говорю я о книге Виктора Ремизова «Вечная мерзлота». Не знаю, смогу ли я держать ее в одной руке, но пока вот справляюсь. Множество раз я натыкался на отзывы об этой книге. Я видел, насколько люди восторгаются реально написанным в ней. И это не оставило меня в стороне, я тоже захотел ее прочитать. И с учетом того, что эта книга издана только в 2021 году и уже обрела такую популярность, я думаю, что все-таки присмотреться к ней точно стоило. И давайте сразу перейдем к аннотации. Роман основан на реальных событиях. Полторы тысячи километров железной дороги проложили заключенные с севера Урала в низовье Енисея по тайге и болотам. В 1949-м 1953 годах. Великая сталинская магистраль оказалась ненужной, как только умер ее идейный вдохновитель. Роман построен как история нескольких семей. Ну да, судя по объему, тут семей довольно много. Реально, мне кажется, тут очень хорошее количество семей. Он о любви, мощи и красоте человека, о становлении личности в переломный момент истории, о противостоянии и сосуществовании человека и природы. Неторопливое, внимательное повествование завораживает, и не отпускает читателя до последней фразы и еще долго после. Опять же, после такой аннотации я не знаю, как удержать себя от того, чтобы эту книгу прочитать уже в самое ближайшее время. Хочется это сделать невероятно. Ну и, кстати, предлагаю вам познакомиться с другими роликами на канале, потому что с новыми книгами сегодня мы завершили. Не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. И уже через неделю в то же самое время, в том же самом месте. Мы с вами увидимся снова. Пока.